Свободу Навальному! На пенсию! На пенсию! На пенсию! На пенсию! 15-ю пенсию ввести. Да, ведут, жди. Это лапшу вешать, чтобы вы выбирали. Вам лапшу вешают. Все много чего наобещают. В прошлом году 5 тысяч. Об этом не надо говорить. А, 5 тысяч вам сунули, зато это не дали. Они же выиграли больше в свой карман. Вы что, думаете, это большие деньги? Да. Нет, конечно, ну как уж я думаю. Не знаю, что такое 5 тысяч. Где дают, молча дают. Они так вот, ля-ля, разговоры. Ну нет, они же одной рукой все дают. С пафосом. Да, вот знаете, я говорю. Какие мы благодетели. А мне взяли 500 с моей копеечной пенсии, 500 срезали. А, мне... а их уже не выдают. Уже нет? Да. Перемен. Это бьют наши сердца. Я думал, молодежь слышал. Это бьют наши глаза. У нас в уведомлении указано 30 человек. Мы находимся в парке Крылья Советов около ДК имени Ленина. Изначально мы, я волонтер штаба, и мы, я вот, например, подавал, да, мы подавали на часы на улице Баумана. Мы подавали туда заявку на пикет, но нам сказали якобы... Нам сказали, якобы там занято, якобы там проходит другое мероприятие, и поэтому нас отправили сюда вот. Парк Крылья Советов. А, людей пришло намного больше, по моей оценке, где-то человек 150-200. А, запустили сюда на территорию пикета только 30 человек. Как указано уведомление, остальных запускать отказались. Я, как организатор, обращался к Царевскому, обращался к представителю исполкома Мельникову с такой идеей, чтобы людей менять. То есть у нас там стоит 30 человек. Через час запускать людей, людей выпускать туда, запускать новых. Но, к сожалению, люди из исполкома отказались нам такую вещь согласовать. Поэтому вот получается так, что большинство стоит за выходом, и часть стоит здесь. Допуск такого оппозиционного человека благоприятно скажется на развитии нашей страны. Лично для меня Навальный зарекомендовал себя как человек, который отдал для страны много сил уже на данный момент. Создал множество проектов, таких как Распил, Росяма, Рососвобождение рек и тому подобное. Сделал расследования тоже направленные. У него... Сидит брат. Брат сидит. На такие жертвы мог пойти только человек, который действительно хочет добра для страны. И ну, нельзя на такие жертвы идти человеку, который только меркантильные интересы испытывает в своем движении.